Всем привет, с вами канал Супер Андроид. Сегодня у нас видео о настройке смартфонов, а именно о режимах, которые позволят вам передать кому-нибудь телефон в руки или же создать профиль на смартфоне, который будет кардинально отличаться от вашего профиля и иметь постоянные установленные настройки. Начнем, пожалуй, с того, что данные режимы поддерживают не все смартфоны, но вы всегда можете проверить, работает ли на вашем устройстве данный функционал. Если перейдете в настройки, нужно перейти в раздел «Система». В разделе «Система» вкладка «Дополнительно». Здесь выбрать «Пользователи». Вот такой вот значок. И активировать ползунок. Теперь вы можете добавлять аккаунт гостя или добавлять пользователя. Чем отличаются данные два пункта? Аккаунт гостя для быстрой передачи смартфона. Вы просто нажимаете «Аккаунт гостя» и смартфон выйдет из вашего профиля и зайдет в гостевой профиль. Я сейчас покажу, как это работает. Пользователь – это полная настройка телефона, как если бы вы включили новый телефон. Требуется наличие интернета, добавление профиля, активация в аккаунте, но этот профиль сохраняет все настройки, и вы всегда, выбрав данный профиль, можете переключаться между пользователями. Давайте добавим изначально аккаунт гостя и посмотрим, как это работает. В настройках вам необходимо включить звонки, если вы хотите дать пользователю звонить с вашего телефона. И доступ к журналу звонков, соответственно, получит ваш пользователь. Если нет, просто отключаете, и функция будет недоступна. И теперь давайте переключимся. Как переключаться? После того, как вы активируете данный функционал, в шторке у вас должно появиться следующее. Вот такой вот значок, который позволит вам входить под профилем гостя и отсюда же добавлять нового пользователя. Перейдем на гостя. Идет смена профиля. В чем тут прелесть, что не надо настраивать? Вы сразу переключаетесь на профиль гостя и отсюда же, соответственно, смартфон получит. Пользователь получит доступ к вашему смартфону. Никаких приложений здесь не будет установлено. Звоночек, соответственно, функционал звонка будет зависеть от того, какие вы разрешения дали. Если дали разрешение к журналу звонков, будет доступен журнал звонков. Также, если вы захотите отправить почту, зайти в аккаунт, это можно будет все сделать через добавление аккаунта в выбранное приложение от Гугла. Иначе работать не будет. То есть, доступ к вашему аккаунту будет недоступен, но пользователь всегда быстро сможет зайти и сделать то, что ему нужно. Это гостевой режим. Второй режим – это режим, который называется создание пользователя. Давайте сейчас туда перейдем. Да, кстати, тут хотел бы отметить, после того, как пользователь поработал, вы сможете удалить аккаунт гостя. При возвращении в аккаунт, соответственно, вы получите вновь доступ со всеми настройками к своему аккаунту. Ну и давайте сейчас посмотрим, что означает режим создание нового профиля, нового пользователя. Ну и как видите, здесь необходимо пройти все процедуры. И естественно, для этого требуется подключение к интернету. То есть, все происходит так, как будто вы вновь настраиваете смартфон. Ну и соответственно, предупреждение, которое надо читать. Нажимаем отмену. Пользователя мы удалим. То есть, пользователь будет создан новый с абсолютно доступным аккаунтом, и в любой момент вы сможете переключаться между пользователями, выбрав нужный вам аккаунт и нужные настройки вашего смартфона. Вернемся в наш профиль. Вот такое вот небольшое видео. Надеюсь, видео будет вам полезным. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!